зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Это мое второе видео «Находясь в клуже», и я рада, что сейчас уже больше времени я могу заниматься тем, что я люблю. В этом видео хочу вам рассказать, как правильно подобрать руны, чтобы нарисовать красивый и полезный для вас став. Я сделаю себе амулет для успеха в делах, а вы подберите ваши руны так, чтобы амулет исполнил ваше желание. Гуляя по разным магазинчикам в клуже, я увидела вот такой маленький кусочек дерева и сразу же его взяла, потому что у меня давно была идея сделать маленький амулет, и этот кусочек мне идеально подойдет. Правда, изначально я хотела вырезать на дереве, но у меня пока что, к сожалению, нет подходящих инструментов и опыта, поэтому это я оставила на потом, а сейчас для этого амулета я буду использовать обычную гелевую ручку. Ручка довольно толстая, здесь написано единичка, вот, черного цвета. Можно использовать и другие цвета. Главное, чтобы вам нравилось, как это будет выглядеть. И да, начнем с цели амулета. В первую очередь надо задать какую-то определенную программу, то есть подумать, какое желание у вас есть, что вы хотите, чего вы хотите добиться, чего вы хотите в данный момент. И так как я буду делать амулет на успехи в делах, я именно об этом буду думать. И надо посмотреть на все руны, так сделала я, и выбрать руны, которые подходят под вашу программу. Не надо забывать, что есть такое правило, что став должен начинаться с руны, которая говорит о вашем намерении, и заканчиваться, то есть последняя руна будет говорить о желаемом результате. И для своего амулета я выбрала вот такие руны, и они также будут в такой же последовательности у меня. Первая руна у меня будет руна Дагас, потому что это начало нового этапа, и это как раз соответствует с нашим состоянием сейчас. У нас действительно сейчас новый этап. Вторая руна, которая у меня будет, это руна Ера, тоже очень хорошая руна, и она обозначает сбор урожая, получение награды. Я тоже буду использовать после Дагаза. Потом у меня идет Кану, или Кенос некоторые называют. Это огненная руна и очень творческая. Говорит о творческой искре, так как мы с парнем творческие люди. Я решила использовать ее, чтобы она принесла удачу в творчестве и творческое вдохновение. Следующая руна, которая у меня будет, это Одал. Это руна будет показывать наш дом, чтобы в доме все было благополучно. Потом следующая руна у меня будет Ингус. Ингус – это мужская сила и также плодородие, что тоже соответствует моему желанию. И последняя руна – это будет руна Феу, или Феху некоторые называют. Очень классная руна, руна богатства. Вот, и давайте сейчас начнем создавать став. Вначале у меня идет руна Дагас. Так, очень хочу нарисовать все красиво. Сори, если неровно будет получаться, просто здесь есть узорчик. Каждый раз, когда рисуете новую руну, надо в уме ее выговаривать. Можно пару раз. Даже. Следующая руна у меня будет Ера. Следующая Кану.
Лишние звуки в кадре – это бубу, как вы, наверное, уже догадались. Да. Следующая руна у меня идет мотила. И вот она, я здесь ее нашла. Следующая руна у нас идет Ингус. И вот она здесь. Хочу вам сказать, что важно, даже если вот вы уже увидели какую-то руну, которую хотите применить, надо ее все равно заново подчеркнуть, чтобы, как говорится, активировать. Так, и последняя – это руна Феху. Я хочу ее прорисовать 4 раза. Немножко позже объясню, почему 4 раза. Я, кстати, читала, если вдруг вы делаете какой-то став, и вы ошиблись, то лучше не исправлять ошибку, а вообще или начать заново, или просто в какое-то другое время рисовать. Потому что это значит, что сейчас просто неподходящее время. У вас, наверное, плохое настроение, или просто что-то пошло не так, и лучше не продолжать. Вот такой у меня став получился, довольно легкий. Что мне нравится в моем ставе, прям очень сильно, это то, что и Ингус, и Атила у меня здесь можно целых 5 раз увидеть. Вот, например, возьмем, да, вот, раз, потом 2, 3, 4, 5. И также и Ингус тоже 5 раз. Цифра 5 мне очень нравится, это довольно такая сильная цифра, и она значит 5 стихий: вода, огонь, дерево, металл и земля. А почему я руну Феху использовала 4 раза? Цифра 4 тоже очень сильная, и она обозначает устойчивость, все равно, что 4 ножки на стуле, да, и стол устойчиво стоит на земле, также и цифра 4. И еще с цифрой 4 у меня такие особые отношения, потому что это число моего жизненного пути. Сейчас вам покажу, как я узнала свое число. Пишем дату рождения. Вот моя дата рождения 17/04/1990 год. Да, кстати, у меня скоро день рождения. С большой радостью буду принимать все ваши поздравления. Следующее, что мы делаем, это суммируем все цифры. 1 + 9 + 9 + 0 = 31. 3 + 1 = 4. Как бы мы суммируем до того момента, пока у нас не получится однозначное число. И мое число жизненного пути — это 4. Можно прочитать в интернете, есть очень-очень много сайтов, которые рассказывают, что значит определенное число. А я также вам в описании поставлю
сайты, где можно будет почитать. В то время как вы рисуете став, надо всегда думать о том, что вы хотите, о том, чего вы хотите добиться, и этим самым подпитывать ваш амулет вашей вот этой энергией. И как его можно активировать? Это очень просто. Можно активировать его простым дыханием. Советуют задавать какие-то определенные сроки для вашего става, ну, то есть говорить примерно до какого числа хотите, чтобы ваше желание сбылось, чтобы он работал, например, да, и когда он выполнит свое действие, его надо сжечь или просто закопать в землю. Вот и все. Вот такой мой став получился, а вы можете или использовать мой став, или придумать свой. Главное, чтобы вам нравилось, как он выглядит. Главное, чтобы он был составлен из тех рун, которые вам нравятся, которые вам импонируют и которые вы хотите видеть в вашем ставе. В прошлом видео я обещала, что буду вам переводить слова, которые вас интересуют, на румынский язык. И первым был Макс Архипов. Он написал, что он бы хотел знать, как будет на румынском слово «волк». Слово «волк» будет «луп». Ласточка, рындуника и буря, фуртуна. Продолжайте писать в комментариях, какие слова вас интересуют, и я с радостью буду их переводить. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его и поставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И встретимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.